А у тебя смарт-ТВ? Да, ты пользуешься? Нет, это удобно? Это очень удобно, если у тебя есть доступ в интернет. Ты можешь использовать телевизор как большой монитор компьютера или огромный смартфон, смотреть больше телеканалов и еще качать различные приложения. Давай научу тебя пользоваться. Давай. Для начала нужно зарегистрироваться в системе Smart. А без регистрации нельзя? Можно, но тогда ты не сможешь качать бесплатные приложения и смотреть больше телеканалов. То есть, получается, мне нужно всего три условия. Это интернет, создание учетной записи и скачать приложение. Да, все верно. Вот у тебя нет мира Белогорья. Нужно это исправить. Мы заходим в свою учетную запись или создаем новую. Вводим электронную почту, придумываем пароль. Затем переходим в поиск приложений. Ищем любой бесплатный сервис для трансляции, к примеру, Pierce TV. Загружаем. Открываем, переходим в список телеканалов, набираем «Мир Белогорья» в списке телеканалов и смотрим. Так легко? Да. Спасибо. Итак, 5 простых шагов. На пульте дистанционного управления нажмите кнопку Smart TV. Пройдите регистрацию или войдите в свою учетную запись. Перейдите в поиск и найдите приложение для ТВ-трансляций. Скачайте бесплатно одно из приложений. СПБ ТВ, Пирс ТВ, Винтера ТВ, Лайм HD. В приложении откройте список телеканалов и найдите «Мир Белогорья». Кстати, приложение можно скачать также на телефон, планшет и компьютер. Достаточно иметь доступ в интернет. Смотрите «Мир Белогорья» в Smart TV.